аккуратно в своих не попади. Мне эта игра уже надоела. Этот Counter-Strike уже достал. Он уже такой старый. Так вышел уже новый Demon Strike 2. О, класс. Круто ему было бы купить, да? Да, посмотрим, хватит ли у нас денег. Давай. Сегодня утром мы с Максимом играли в компьютерные игры. Мы так наигрались, что нам так надоело. И я сказал Максиму, то, что вышла новая игра. Мне друг рассказал, то, что она уже полностью новая. Называется Demon Strike 2. Марик предложил одну игру купить. И мы начали искать деньги на нее. Посмотрели наши копилки, там, ну, посчитали денег, но у нас не хватило. Привет. А что злые такие? Да ничего. И когда пили чай, мы с Мариком разговаривали, зашел папа в дом и положил барсетку на стол и ушел. Ну, Марик меня начал подталкивать, чтобы там, ну, мы поняли то, что денег у нас нету, а на игры деньги, ну, не дадут. Я предложил Максиму посмотреть в кошелек, и там были деньги. Ну, и получается так, что мы украли деньги. Я посмотрел в кошелек и увидел то, что там очень много денег. И то, что одной купюры меньше, одной больше. И никто это, ну, не увидит и не заметит. В барсетке не оказалось той суммы денег, которую я знал, что вечером она была. И в первую очередь, я думал, супруга взяла, она не брала этих денег, и я заподозрил моих детей. Что это вы такие сегодня уже веселые? А что за диск? Это игра. А где вы его взяли? Купили. А за какие деньги? А, ну это... Ну поехали, поговорим. Когда я увидел их выходящих с магазина, я сразу все понял. Я понял, кто взял, я понял, кто организовал все это дело. А отцы, им не надо объяснять и говорить о детях. Отцы видят их насквозь, потому что отцы знают их полностью, даже больше, чем они себя сами знают. Я случайно их встретил на улице, и у меня появилось огромное желание привести их к тем людям, которые являются компетентными. Папа нас куда-то повез. Ну, мы с Мариком были удивлены, просто мы не знали, куда он нас ведет. В его глазах было понятно то, что он знал, что мы у него взяли деньги. Мы видели большое здание, и туда мы зашли. И шли мы по длинному такому коридору, и повернули, ну, в одну дверь, и там сидел милиционер. И мы вообще думали, сейчас нас в тюрьму посадят за то, что мы его воровали. Меня зовут Петр Михайлович Шашлыченко. Я тоже был таким, как вы. Любил баловаться, бегать. Есть в Уголовном кодексе такой раздел: преступление против собственного. Оно уголовно наказуемо. Первое, вы лишаете своего отца. В статье 185 сказано, что от 50 до 100 зарплат.
может решиться. Отец, который обеспечивает не только вас, но и ваших сестер, маму, вы бьете по нему. И еще это преступление тянет до 5 лет лишения свободы. Вы любите своего отца, мать, вы хотите им зла причинить. Просто есть у вас время задуматься над этим и изменить свое отношение. Спасибо вам большое, Петр Михайлович. Здоровья вам, всего хорошего. Пойдемте. В милиции мы пошли домой, но папа позвонил перед этим каким-то дядям. Один сидел на зоне, второй был очень в плохой компании, которая привела его там к значительным последствиям. Я являюсь участником всех этих событий, которые тоже происходили в моей жизни. Это невинное воровство на первый взгляд, когда я 50 копеек взял у матери в кошельке и на видеофильм. И это переросло в привычку. Те 50 копеек, которые были в моей жизни для того, чтобы посмотреть видеофильм, закончились для меня 5 годами и 6 месяцами лишения свободы, плюс полным подрывом здоровья, то есть с финансовыми бюджетами моей семьи, с крахом моей матери, слез и ее здоровья. И практически она при смерти была. Большинство людей, которые попадают в первый раз, они попадают не осознавая то, что они делали. И когда они находятся на скамье подсудимых, так как я был, я уже раскаялся 100 раз о том, что я делал. Уже было поздно. Я не осознавал, я не прислушивался, что мне говорили мама, папа со стороны. И я не понимал, насколько чревато будет для меня эти все последствия, простые мелкие кражи. Папа нас наказал, но еще показал то, что надо идти прямо, не надо грешить, воровать. Кроме того, что мы будем убирать церковь, и папа нам показал, как следует поступать и как нет. И он примерами показал нам, что лучше не делать. В одной из 10 заповедей Бог говорит: «Не укради». Сегодняшний этот инцидент, который произошел, я хотел бы сделать и подвести главный итог, не прикасаясь к чужому. Сегодня перед вами стоит очень серьезный выбор. И вы сами выбираете испортить, испоганить свою жизнь или начать ее с чистого и красивого листочка. Постарайтесь сделать так, чтобы вам не было досадно и болестно за свои ошибки, за свои преступления. Не начинайте жизнь с воровства, не начинайте жизнь со лжи и не начинайте жизнь с плохими компаниями. Потому что рано или поздно это всегда выливается на нашу голову. Поэтому выбор за вами. Выбор делаете вы. Воровать — значит, обязательно украдут у вас. А лгать — значит, обязательно будут врать и вам. И компании, которые вы выбираете, это ваш выбор. Я воровать никогда в жизни больше не буду, потому что я понял, что это может привести к каким-то значительным последствиям, и это наказывается уголовно.